Так, господа, лык. Итак, мы с вами закрыть в Мейн-стрит, на Мейн-стрит. Мы с вами в городе, как он называется? Providence Oaks, точно. Ну, давайте на левую сторону, да, пойдем сначала. Дальнее, 402 Pine Street. Зай доставки. Хорошо. Доброе утро, Providence Oaks! Как обычно, мы начинаем новый день с рубрики о радостях и гадостях. После будет прогноз погоды. Радость или гадость, Дейл? Похвалили пирог сейчас. We'll start off sunny with a few clouds later today. How about some music now? Похвалили черничный пирог как раз, Мо. Ну и музычка пошла. Блин, подожди, а музыка-то, она, ну, платная, бесплатная, хер его знает. Выключим. Блин, ну нет, давай. А если... А, зараза, ладно, хер бы с ним. Забанит и забанит. Как тут? Надеюсь, что не забанит, короче. Кайфовая музыка, просто радио не хочется выключать, ибо... О, смотри. Она там из машины играет. Радио не хочется выключать, потому что, ну, там переговоры прикольные. Да, мне тоже так кажется, что хочется... Так, 42 Pine Street. Что, ну, радар зря здесь включен. Вообще, можно его выключить? Реально хочется на карту смотреть. Экран, игровой процесс, наверное, да? Мини-карта, вот, выключить. Прошу прощения. Карту выключили. Пейн Стрит 402. А ножа. Будь здоров. Спасибо. Тук-тук, есть там кто? Commander Grace, we have established communication with ground control. Командир Грейс, мы установили что-то там, бла-бла-бла. Скажите им, что мы посадили ракету. Так точно, наземное управление, мы посадили ракету. Начинаем эксперимент. Посылка для Эванс. Минуточку. Командир Грейс, разрешите провести разведку? Разрешаю. Да, это круто. Да, Эванс, это мы. Только можно поскорее, пожалуйста. У нас там посадка на Луну. Ну, да, конечно, отлично, nice вошли. Спасибо, экипаж Аполлона 11 носил... Постойте-ка, чего? Мередит? Базз Олдрин? Базз Олдрин? Ну, прошу прощения. Мы знакомы? Серьезно? Не узнаешь лучшую подругу? Так, минуточку. Кей? Отлично, еще и дуршлаг испортила. Так и знала, что не надо было открывать дверь. Не ожидала тебя здесь увидеть. Прости, не узнала тебя из-за дуршлага. I'm sorry, I didn't recognize you with the commander's thing. The helmet. Yeah, clearly. Я так и поняла. Но сдается мне, не я одна тут под прикрытием. И возразить-то нечего. Ты теперь Кей Эванс? You're Кей Эванс now? Не надо так удивляться, да? Я вышла за Барри Эванса. Помнишь лучшего квотербека школы? Мам! Сейчас вернусь, командир Грейс. Осуществляю поиск внеземных форм жизни. Мой маленький ученый. Она обожает все, что связано с космосом, даже после катастрофы с Челленджером.
Ты вышла за экватор Барри, и у тебя дети, я и не знал. Вижу, жаловаться тебе не на что, я за тебя рада. Sounds like you're doing great. I'm happy for you. Well, obviously, за 22 года много чего может произойти. I guess so. Да, so, I heard you were я слышала, что ты на время вернулась в город, Морин рассказала. That's right. I ran Марин, into her точнее. Yesterday да, ну at the да, я встретил ее вчера в закусочной. На кухне случился пожар. Дяде Стэну предстоит веселый денек. Теперь это закусочная Мо. Я же говорю, пока тебя не было, многое изменилось. Я теперь там работаю, в закусочной. Здорово, может зайду как-нибудь. Мы готовы к взлету. Слушай, извини, но у меня, правда, сейчас нет времени. Не хочу остаться на Луне одна, да и на работу надо собираться. Увидимся. Рада была повидаться, Кей. Эванс! Кей Эванс! Командир Грейс, постойте, вы не представляете, что я обнаружила. Могу сказать то же самое. Ася дарит подписку подарочную второго уровня фрикадельки. Спасибо большое, Асечка, спасибо. Ой, у нас там какая-то красивая музычка. Хорошая музычка какая-то. Так, карта. 104 Восточная 3-я стрит. 104 Восточная. Ага. О, Пайн Стрит, да? Это было. Сто четыре. Так, стопы. 104. Вот. Это оно. Доставим почту. Отлично. Знаете что, надо остановиться где-нибудь. Вот, допустим, вот. Вот сюда мы почту можем отправить. Просто проверить, могу ли я ошибочно почту отдать. Нет, не могу. Все, здорово. Там еще ник заказали. Вывитил, нифига себе. Спасибо тебе большое. Так, сейчас я тебя запишу, подожди. Все, записан. Арти, Миллиган, эксклюзив и Винвитил остались. Хотя, постойте, Арти же я сделал уже все. Арти был изи. Так, видеопрокат. Ага, почта, видеопрокат. Окей. Open up the window. Open up the window. I'm reading in the last of September. I can feel the wind blow. And the late summer sky is like a dying ember. Main Street, Lake Road. Подожди. Мы сейчас... Ну, Main Street, наверное, да? Это Lake, да, Lake Road. Main Street. Надо было догадаться. Кажется, приятно жить в маленьком городке. Мне тоже так кажется. Ого.
Back to the present. Назад в настоящее. Прикольно. И девчонка главная героиня. Ну-ка, что тут еще есть? Гримлины. это этот. Кай. Блядь. Еще сериал сейчас идет. Продолжаем. Карате пацан. Господи. Luke is here to save us all. Gas blasters. О. Термоматор. Термоматор. Сизили. The Bee. Гримлины. Блин, я обожал ходить в видеопрокаты. Очень любил. Такая атмосфера классная. Просто очень кайфово. Не знаю, сейчас такой, ну, безграничный источник фильмов и мультимедиа имеем, да, в интернете, дома. С телефона, блядь, можно что угодно сделать и посмотреть. А вот именно кайфово и именно ощущение кайфа от фильма я получал, когда приходил в видеопрокат и долго выбирал, потому что у меня там было рублей 100 на один фильмец. Ну, было круто. Фамилия Шварценеггера? Шварцволд. Мэн 2. Friendly Dead. Дружелюбные мертвецы. И вместо Scarface, что там? Не могу прочитать. Не могу прочитать. Может быть, где-нибудь пониже найдем, вон там внизу есть. Все равно не могу. The Scarface там справа написано, а слева не пойму что. И Odd Father. Odd Father. Space Warriors. People Woman. А Repo Woman, а не People. Круто, нарисовали же, заморочились. О, Blade Jogger. О, LGM, инопланетянин. А где Робокоп, алё? The Branch Bunch. In a Teen Candies. Scarface. А, просто Scarface и все, да? Там на крышке написано. Слева может быть что-нибудь другое. Типа актер. Hold Me Up. Lilac. Интересно, можно будет приходить сюда взять фильмы какие-нибудь на прокат? Дома же можно либо книжку читать, либо фильм посмотреть. А, там телевизор, наверное, да, не фильм. А, во, Аль Пачинов, Scarface. Русский Аль Пачинов. О. High Voltage, высокое напряжение. Space Wars. Космические войны. Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Got a package for you, ma'am. Hold on, you're our new postal worker? Погодите, это вы новый почтальон, с виду не скажешь. Это комплимент? Is that a compliment? Trust me, it Поверьте мне, это is. Он и есть. Well, thank you, ну, раз так, спасибо. Name's Я, кстати, Meredith, Meredith Weiss. Энджи, Исман. Какими судьбами в Providence Oaks? Сейчас, секунду. Я раньше здесь жила, потом уехала, а теперь вот вернулась. Я тут выросла, а теперь вернулась, чтобы помочь отцу с делами. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? А вы какими судьбами? Я выросла не тут и приехала по своим делам. Touché, Mrs. Eastman. Touché, Mrs. Eastman. Miss. Так вы мечтали работать в видеопрокате? So your dream was to rent out videotapes? Not a dream, это была мечта, скорее More план. Like a vision.
Подумала, что в сонном городишке вроде вашего делать особо нечего. Так почему бы не посмотреть кино? У вас тут целая коллекция. У людей должен быть выбор. Ничто не будоражит воображение, как правильно подобранный фильм. Возможно, мне стоит побольше смотреть фильмы. Рад был познакомиться, мисс Истман. Зови меня Энджи. И вот еще. Его только что вернули, думаю, тебе понравится. Фильмец дала, наверное. Почтальон всегда звонит дважды. Мы явно на одной волне. Ну, больше я вас ничего не знаю, мисс временный почтальон. Мисс. Туше. Энджи. Хорошо, я посмотрю, если будет время. Очень торопиться, это не самый востребованный фильм в прокате. Да и выбор у нас огромный. Ну, рад был познакомиться, мисс Энджи. Same here, Miss Meredith. Взаимно, мисс Мередит. Блин, прикольно. У цененки. Те же самые, ну вот это, конечно, плохо. То, что у цененки там лежат те же самые, что и на полках. Ну да ладно. Просто я к тому, что раз уже морочились, почему бы не до конца? Итак, и вторая улица. Так, письмецо первое. Второе, куда он? 207? Да, 207. Помню, как брат работал в прокате подобном, только дисков на ПК с играми, много хороших игр. Я тогда узнал Герои Меча и Магии 5, например. Тоже почерк, что на письме для соседей, приглашение на вечеринку. Этим ребятам и этим ребятам. Блин, кайф. Ну, кайф. Тихо, спокойно. Не знаю, можно, наверное, устать от такой тишины. Но я, по-моему, очень-очень сильно соскучился по ней. Так. Как вам эта игра вообще? Я бы не сказал, что ну, она прям вот ну, шедевр на долгое-долгое-долгое время. Но что-то прям приятно возвращаться в нее. Я второй раз в нее играл, поэтому. Мне приятно. Я плюс-минус такой тишине уже лет 10 примерно не надоело. Ха-ха. Кайф. Прошу прощения, приехали. Приятный человек залипатель. О, родители новые соседи, Зиглер. Не припомню, чтобы они их упоминали. Хорошо подходит, чтобы время от времени заходить кайфовать. Не уверен, зайдет ли залпом играть. Да вот то же самое, да. Еще же непонятно, что там дальше будет. И будет ли вообще что-нибудь. 203 Valorant Street и Lake Road 200. Walnut Street. 203 и 200. 203 и 200. Куда мы сначала поедем? 203. Это дом наш. Можно вот здесь на углу встать. И сходить пешком.
Чего бы нет. Эй, привет. Блин. Мешает, да, тебе. Ау. Ау. Кажется, нужно будет еще раз домой заехать. Как, блядь, как? Ой. Это я не к игре вопросы задаю, если честно. Если что, это я к себе вопрос задаю. Вы слышали историю о том, что в Америке в определенном штате в каком-то году было, в каком-то городе было всего лишь две машины? И примечательно это было тем, примечательна эта история тем, что они на основной главной улице каким-то образом врезались. То есть была зафиксирована авария, а в городе было всего две машины. Блять, мне кажется, это был я, моя реинкарнация, ебаный стыд. Ну как? Пустой деревенский город, тихий уголок, я умудрился застрять между, блядь, забором и грузовиком. Как? Что? А, нам надо будет еще и сюда заново заехать, окей. Извиняюсь. Ау. Да, это было вроде в начале производства первых автомобилей, да. Same handwriting as the one I delivered next door. I'm guessing. Насколько вообще надо было вот все подстроить, чтобы застрять там? Как? Это было там именно машину оставить в тот именно момент, когда этот грузовик именно будет поворачивать именно на эту улицу и самому резко рвануть. Да, Grove Street, похож. Таких тупичковых улиц очень много. Grove Street, да, примечательно для любителей игр. А мы таковыми являемся, поэтому принимается. Что в этот раз я лохпухнусь. Черт. Я думал, я уже проехал этот поворот. Хорошо, хорошо. Alan Wake что-то хотелось поиграть. Бля, Alan Wake никто не дает. Ну, в том плане, что я создатель и разработчик. Я бы ее на плойку взял, конечно. Там платина за 50 часов, но правда нужно... Не за 50, за 25-30. Но правда нужно по инструкции идти за коллектаблс. Hey, mom and dad have new neighbors. Siegler, huh? Don't think they ever mentioned them. Mm-hmm.
Нельзя вот так парковаться, как я сейчас. Ни в коем случае. Вам следующий дом. Прикольно, что она не просто пусто идет вперед, да? А то, что она смотрит по сторонам, осматривается, задумывается, иногда улыбается. Круто. Это то, что нужно для такой игры. Это очень много жизни дает. Ура, твой выход. А, да? Блин, можно было в машину сесть. Ну ладно. Здравствуйте. Мэрил, dear. Мэрил, дорогая, как я рада, что ты здесь. Это чрезвычайная ситуация. Что случилось, мисс Дженкинс? Мой бедняжка Мортимер. Зомбив. Я думаю, что он приболел. Только что был полон энергии, а теперь... А теперь нет. Я не врач, но, по-моему, все равно. Я не врач, но... He looks fine to me. Well, fact is, you're not a vet. Ты не врач, дорогая. Are you? You know who knows about animals? Ну, знаешь, что разбирается в животных? Мистер Маки. He runs the open shop. У него рыболовный магазинчик на озере. Ты сможешь отвезти Мортимера к нему? Конечно. Sure. I'll get right on it. Here, little kitty. Come on. Wonderful. Be nice to Meredith, Mortimer. Чудесно. Веди себя хорошо, Мортимер. Не линяй слишком сильно в ее фургоне. Bye, Miss Jenkins. Bye, до свидания, Meredith. Мисс Дженкинс. Пока, Мередит. Скоро увидимся, Мортимер. Вы видите, задание появляется. И опять же, ну, вас никто не заставляет их выполнять. Да? А, вот так вот. Я письмо не смогу отправить, пока не отвезу кошку. Что ж, хреново. Ну ладно. Казалось бы. Да. Просто достань письмо отсюда и засунь его в ящик. К игре явно надо привыкать. Обычно в такой атмосфере, что в играх, что в фильмах происходит что-то мистическое, постапокалиптическое. А тут такая атмосфера и ничего такого. Не привыкли к такому, но этим игра и отличается. Такого очень хватает. В этой игре вообще ничего мистического не будет. Это 100% должно быть, по идее. И в ней особо вот ничего такого и не будет в целом. То есть уже все, завязка произошла, уже все, все началось. Все, мы же просто живем в Окс. Вот это вот. Окс что-то, что-то там. Ну, здесь двойные сплошные везде, я не понимаю. Вот, наверное, дизайнерами косячь, потому что ну хера здесь двойные сплошные.
Я же правильно иду? Так. Просто всегда хотелось что-то вроде GTA, но без криминала, с таким же масштабом, как у GTA, но чисто симулятор жизни. Как тут. Мирная какая-нибудь работа, ездишь, да? Было бы прикольно, если бы еще прям большой-большой город. Мистер Маки, знаю, вы закрыты, но... Ну чего еще? Я Мередит Вайс. Да, Мередит Вайс, дочка Томаса. Томас, кид. I remember you running around the lake when you were так вкусненько помню, носилась тут ягоза, шишки набирала. Чем могу помочь? Милдред Дженкинс говорит, что вы много знаете о животных, and... много знаете о животных и... Мяу. Hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Как я понимаю, Мортимер. Рад познакомиться. He's a little sluggish. Has Millie been feeding cupcakes его пирожными? Честно говоря, понятия не имею. To be honest, I have no idea. Leave him with me. I'll put him on a diet today. Денек, может, Maybe you can catch him a fish or bite. With any luck, he should be up and running in the morning. Если все получится, к утру будет как новенький. Спасибо, сэр. Вы-то сами как пожелаете. Thank you, sir. By the way, how are you? I'm fine. Да что мне сделается? You go back to running around that lake, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. До свидания, мистер Маки. Пока, Мортимер. Она у него клюет. Рыбу много. Так. А чё, получается, нам надо было просто доставить... Подожди, Lakeview и Lake Road ещё. Вот Lake Road, а Lakeview, посылка для Lakeview. Где это? Я не понимаю. Подожди, так... Ну да. А я думал, вот здесь... вот Lake Road. А, ну она вся... Вся кольцевая, это Lake Road. Западный Lake Road. Восточный Lake Road. Короче, что-то непонятно. Непонятно. Ну ладно. Или направо, наверное, поехали. Ой, засмотрелся. Я думал, просто там письмо надо отдать, а оказалось нет. Слушайте, а можно просто посетить место? Допустим, Most Dinner можно посетить? Ничего не было. Наверное, текст не убрался в строчку, так галочки нет. А, Восточный бульвар Lakeview, наверное, да, имеешь в виду? И Lake Road, вот последний остался. Точно. Идиот, смеешь, Санса. Смеется что-то. Блин, такой раньше он не хотел. Я бы заебался, конечно, с ним возиться.
Но хотеть-то мне это не мешает. Раньше думал, что наша плотина Спеннера ничем не уступает плотине Гувера. А потом побывал на плотине Гувера. Прошу прощения. Оказывается, сюда. Блять. И застряну. That's heavier than I thought. Здравствуйте, сэр. Для вас посылка. Звуки компьютерной игры. Hello. Алло, есть кто дома? It's the mail. Почта. One minute, I'm busy. Минутку, я занят. If you could just accept Давайте the вы просто примите эту посылку, я поеду дальше. That a parcel for me? А это для меня посылка. Да, сэр, мотель Орегонский путь. Yes, sir. Oregon Trail Motel. Нет, для you just put it on the counter. Оставьте на столе. You're welcome. Не за что. Ясно. Работа мечты, я смотрю у него. Еще раз хочу мимо раньше проехать и поплатить. Музыка разная. Надо отдать должное. То есть сегодня посмотрим фильмец тот. Не знаю, как она среагирует на него. Надо пытаться запомнить еще здесь все. Кажется, я не туда еду. Ну да. Значит, умо надо поворачивать налево. А если не повернул, то делать такой срез. Ну ладно, новую дорогу проверим. Сочек. Блин, представляю, насколько здесь крутой воздух.
Игра называется Lake, да. Так, где у нас? Прямо. Это вот оно? Нет, это видеопрокат, отделение почты. Ага, второй поворот, откуда бы мы ни начали. Либо второй поворот налево, либо второй поворот направо. Смотря с какой стороны. Окей. Какая сторона завязана. Хера не второй поворот, вообще поворачивать не надо, как оказалось. Дом семейства Вайс, вечер среды. Очень хорошо, что нас не заставляют до дома идти пешочком. Мередит, привет. Oh, hi, Steve. Привет, Стив, как дела? Диана Броварот, Эдит 87, приближается к финишу. Слушай, у тебя уже куча что-то там бла-бла-бла. Куча свободного времени, да, но это в какой-то веке. I guess, but that's nice for a change. Чудненько, поможешь мне кое с чем? Я отправил тебе кое-какие документы, это рекламные тексты для Edit 87. Они неплохие, но можно и лучше, надо, чтобы ты над ним поколдовала. Ты не могла бы их причесать? Не уверена, сколько там страниц? Он сам не хочет работать. Там не очень много, просто рекламный текст и еще брошюры с инструкцией. Не больше 100 страниц точно. Я же могу их отправить прямо в почтовое отделение. Да, наверное. Супер, вернем как можно скорее, ладно? Первым классом. Первым спасибо. Ну все, надо бежать. Ладно, Стив. А, да, еще кое-что обдумай на досуге. Эдит 87, ваш помощник в мире цифр. Не буду, да? Не, пока ничего не говори. Все, убегаю, пока. Короче, блядь, гандон. Не хочет работать или не умеет. Остаться дома, почитать, посмотреть фильм, посмотреть телевизор. Давайте посмотрим фильм. All right. Well, let's watch this. Четверг, 4 сентября, утро. О, Steve's parcel. Ну и посылка от Стива, тяжелая. И записка от Тесс. AM. Привет, Эм. Надеюсь, у тебя все хорошо. Стив сказал, что ты хочешь почитать этот Талмуд. Сомневаюсь, что ты правда это сказала, но приятного чтения. Будь здоровым, Тесс. Класс, мне же нехер делать, Стив. Доброе утро, Провиден Сокс. Okay, folks. Let's see what it is today. The floor is yours, Angie. Good morning, Jack. I got a pet peeve. Returned. Сегодня на болеющем. Не перемотанные кассеты, будьте людьми, перематывайте после просмотра. Спасибо. Duly noted, Angie. Принято к сведению, Энджи. А теперь о погоде. С утра нас ждет солнечная погода, но к вечеру небо затянется облаками. Так, здесь у нас 110. Вернулся сэндвич с шашлычком в духовке. Фига себе. Я там типа. Он тоже хочет шашлычок теперь. Так, да, надо отдать кассету.
Jackson Street 302 и Main Street 403. 302 и 403. Окей. А музыка заколебает, конечно. Извиняюсь, 302 и 403. Здесь 302. Спасибо, спасибо. Музыка кого-то из друзей. Подожди. Там 405, здесь должно быть 403, правильно? Да. Че, пойдем? Сейчас будет разговор про этот фильм, который она посмотрела. То, что нам ни хрена не показали, будет интересно узнать. О, домик на дереве там. Ну, по встречке, по херам вообще. Маленький город, ты меня штрафует. Кому почту не привезу. Oops, left the package in the truck. Посылка-то в фургоне. Кассета могла и в сумку положить. Main Street. That's heavier than I thought. Тяжелее, чем я думала. Мы же на Main Street? Да, мы на Main Street. Я думал, мы кассету ее возвращаем. Здоровеньки. Hello again. More mail for me? Что-то есть? And the tape you gave да, me. Еще кассета, которую ты мне дала. Ого, уже посмотрела. A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband. Я получила гораздо больше, чем ожидала. There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic. Это классика. And пожалуй, мой любимый нуар. They did a remake пару лет назад back, его пересняли, но получилось не очень. Тоже классика. Лана Тернер просто сногсшибательная. Yeah, she's great in it. I'm so glad you liked it. Я так рада, что тебе понравилось. Большинство местных не признает искусство классического кино. Зачем, если можно в сотый раз пересмотреть Полицейскую Академию? Бля, Полицейская Академия — это классно. Ты о них слишком плохого мнения. Может быть. Но мне бы хотелось, чтобы у них был еще хоть один киноман. Продолжай в том же духе, и будет второй. Keep feeding my VCR and I'll be up to speed. Продолжай подкидывать мне кассеты, я быстро на весь стану пущу. Договорились. Дай мне время подумать, я что-нибудь для тебя подберу. Знаешь, я рад, что ты заглянула. Приятно слышать. Потому что у меня есть хитрый план. Мы шепчемся. Я хочу встретиться с тобой часов в 5 сегодня. Is that the plan? No, but it's Нет, where но тогда мы сможем его обсудить. Ты в деле? Хорошо. Right. А что бы нет? Ура! Ура! Тогда встречи, 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 Wait, встречи. Погоди, а где мы встречаемся? У тебя New Street 102, так? Сама себя пригласила, вот это бесцеремонность. Да, откуда ты знаешь?
How did you find that out? Looked up your last name in the Rolodex. Смотрел мою фамилию в картотеке. Твои родители часто ко мне захаживают. Да, но может встретимся за закусочной? I guess, but... It's settled then. Ну, решено. See you at 5, partner. Партнер. Блядь. Партнер. Ну, ладно. С меня хат, с тебя жрачка. Боюсь, у них гостеприимство не такая, как у меня. Гостеприимство. Немножко более логичное. 102 на Pine Street посылку. Кто поставил этот гидрант сюда? Неужели он тут так необходим? Тут же нет пожара прямо сейчас. Может, прямо сейчас его уберем отсюда, да? Чего Pine Street забыл? Пожарные его поставили? Тут я не конечно. Даже беленькие домики зашли бы мне. Вот эти. Во-первых, они здоровые. Во-вторых, какая хер разница. What on earth do these folks order? Да что они такое заказывают? Leave it on the doorstep. Оставлю на пороге. Hope nobody comes and steals this. Надеюсь, ее никто не украдет. Надеюсь. Музыка из игры? Да-да-да, привет. Так, посмотрим на карту. Я бы не хотел, конечно, сначала сюда ехать. Ой, сначала сюда ехать. Но вот это письмо, оно вот в этом районе. Поэтому я думаю, мы сначала поедем, довезем посылку к Мо, потом на обратном пути заедем за Мортимером, отвезем его, отвезем почту и сюда на движущий. И домой. План хороший, план отличный. Ах, погнали. Твои персонажи в Sims всегда жили в таких домах? Ты их очень не любишь? Ты не развиваешь им дома? Да, делаем коробку, брат. Вот вам бассейн, вы отсюда не выберетесь, да? Лестницы не дам. Так, в этот раз справа поставим от нее. Получше. Отлично. Привет. Hi, Maureen. Morty. Hi, привет, how милая, are you как doing дела? This day? Все хорошо, как I'm ваша fine, кухня? But how are you? You know, with the kitchen exploding. Oh, that? А это ерунда. Пара мазков краской и ведро воды творят чудеса. Не хотел тебя пугать. Продолжим там, где остановились. И кусочек пирога, верно? Эшли, один черничный пирог. Мередит Вайс вернулась в Провиденс Окс. Как ты, освоилась, милая? Пожар еще в комнате с удаленной дверью, да? Чтобы неповадно было. Никак не привыкну, что я снова здесь. Feels a bit strange. I delivered a package. Я тут доставила посылку для Кей. Да, она говорила. Как все прошло? Честно говоря, думаю, я села в лужу.
Наверное, как обухом по голове для вас обеих после такой-то долгой разлуки. С другой стороны, есть вещи, которые никогда не меняются. Ваша закусочная еще как изменилась. Рада, что ты заметила. Мне нравится, как вы тут все поменяли. Да, я решил, что пора что-то менять. После смерти Стэна все стало по-другому. Земля крутится, надо как-то за ней подпевать. Я не знала, что Стэн умер. Соболезную. Морин, Стэн умер, мои соболезнования, я и не знала. Спасибо, милая, но я уже оправилась. 10 лет прошло. 10.5 почти. Как же я его любила. После стольких лет вместе, как обухом по голове. Опять любит эту фразу. Но потом я поняла, что мне позволено испытывать не только грусть. Да и Стэн бы этого не хотел. Какая вдохновляющая мысль. Похоже, вам пришлось многое пережить. Большое спасибо, милая. В общем, я поняла, что надо жить дальше. Ради себя. Ради Кей тоже. Смерть дяди стала для нее большим ударом. Так, Морти — сестра Стэна, а Кей — дочка Морти, да? Могу себе представить. Прости, что вывалила на тебя столько всего, милая. На тебе лица нет. Я кушать хочу. Я немного удивлена, что ты не знала. Неужели родители не говорили, или Кей? Я хочу теперь сэндвичи, фрикадельки с шашлыком, и этот черничный пирог. Ёбана стал. Хотел поиграть в релаксающую игру. Тебе напрягаешь, капздец? Спасибо за фоллоу. Может, и говорили, но я главу вышла в работу, не припомню. Ничего страшного, милая. Нисколечко тебя не видим. У каждого своя жизнь. Но Кей через многое прошла. Ухаживала за дядей во время болезни, помогала мне. Думаю, твое появление немножко выбило ее из колеи. Она сильно скучала. Могу себе представить. Было здорово с ней повидаться, я тоже по ней скучал. Можно суку делать из нее, неимоверную тварь просто. А можно хорошим человеком быть. И буду хорошим человеком по мере возможности. Тогда ты знаешь, что делать. Время идет, Мередит, и рано или поздно ты поймешь, что не молодеешь. Уже слишком коротка, поэтому после смерти Стэна решила тут все обновить. Начать с чистого листа. Теперь зовемся в Мол, и знаешь, дела идут вдруг. Здорово, Морин. Поздравляю. Спасибо, милая. Ты заходи к нам с Кей. Не забывай, что в жизни по-настоящему важно. Говорит женщина, которая забыла про мой черничный пирог. Says the woman who forgot my blueberry pie. What the? Какого? Эшли! What happened to that pie? I'm so sorry, honey. Прости, милая, клянусь, этот мальчишка. Where's that kid? Думаю, все равно. Ничего страшного, Морин. Думаю, все равно скоро вернусь. I'll hold you to that. Ловлю на слове. 100%. До свидания, Марин. Где мой черничный пирог, блядь? Пока, Марин. Было приятно повидаться. Пирог, сука! И чужой такой. Просто изнутри. Что такое? Правильная взрывная волна! Бау! Не-не-не! Подходите, инопланетные твари!
Это не инопланетные твари, это призраки. Неважно. Next wave. Ну, в смысле рестартинг вейв? Ладно, пошел нахер этот батарей. Инопланетные призраки, да. Чё им мешает быть инопланетными? Что я делаю? Я нажимаю L3, L3 и получаю ништяк. L3, L3. Но больше нет, не получаю. А чё, долго можно в это играть, да? Сука, быстрее вот эти твари. Сейчас помру, блин! Здоровья нет! Все, заколебался. Там 10 тысяч лор на первом месте. 10 тысяч. А я сколько наберу? Даже был близок к первому месту, да? Подожди, можно сесть? Сесть на стул можно. Пока, Морин, я посижу тут у тебя в кафе. На воздухе. А то мы этого не видели. У меня 8К. Ну, было 9 с лишним чуть, не? Около 11 было, наверное, этих было. Кто-то тебе врет. Это ты вот так делаешь? Кто-то тебе врет. Или ты делаешь вот так? Кто-то тебе врет. Как? Мне важно знать. Второй вариант. Понял. Приходим сейчас, и Мортимер мертв. Сдох. Потому что его кормили сухим кормом, а этот сейчас его накормил рыбой. И он умер. By
there, Mr. Mackey. Здравствуйте, мистер Макки. Как можно мне? Доброго денечка, Мередит. Все хорошо. Я подозревал просто воспаление. Поспал как следует, позавтракал форелью, и болезни как не бывало. Excellent. Здорово, мисс Дженкинс обрадуется. Давайте, я его заберу. Хорошо. Пока, Морти. Что-то забыли, мисс Вайс? Как вам работается? I'm having fun. Yes. Well, that's good. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Конечно, мистер Маккей. Have a nice day. Хорошего дня. Хороший стричок. Сиди, чатербачит. А внизу у него разбитый корабль. Если ты соберешь нужное количество ресурсов, то он этот корабль починит и отправит тебя на остров обезьян, на котором ты будешь собирать золотые кокосы и устроишь там пляж. Ну, в общем, такой вот жучок. Так, ну-ка, привет на то, запомнил ли я, где эта бабуля. Бабуля живет. Без карты попробую доехать. Так, вот Main Street. И поворот туда же. И нам на следующем тоже прямо. Вот это. Нет, нет, не этот. Вот он. Вот он, я думаю. Your stripes, Evan. Да, он еще вечно хочет какой-то задний план показать, все верно. Смотрите, кто вернулся, Мортимер, ты погляди, совсем здоровенький. Берт просил не кормить его пирожными. Да, мистер Маккей сказал, чтобы не кормить его кукеками. Наверное, он прав, но Мортимер так их любит. Правда, Мортимер. Ну ладно, большое спасибо, Мередит. My pleasure. Не за что. До встречи, мисс Дженкинс. Зови меня Милдред, дорогая. Попрощайся с Мередит, Мортимер. Да нет, он не любит его. Кошатница очко получил. Не любит пирожки. Он просто его не кормишь, а потом даешь пирожок. Вот он и кушает, блять, то, что ты ему даешь. Ёб твою мать. Ребенку гвоздь, да, он тоже его съест. Ой, блять. Извините. 105 High Street. А, и нам дальше потом любимый ручей. Очень люблю людей. Очень. Как интересно, фотографии можно посмотреть, можно сфоткать на телефон и потом монтажировать. Как интересно. Ой, бля, извините. Простите. Так, а зачем я развернулся-то, дурачок? Я правильно. Где-то тут я первый раз поцеловалась.
дело было раками. Вечером с Маклаком. Ха. Не с лучшим ли квотербэком школы? Нет? Это у них так напряженно стало все, когда... когда лучшая подруга сказала, ну ты помнишь того самого квотербэка? Наверняка по нему просто все девчонки в школе сохли, это все. Второй акт есть, это ты о чем? Топором не буду я его пикап пробовать. Новым героем Диабло начал. А, хорош. А, знакомое лицо. Доброе утро, мистер Харрис. Здравствуйте, Роберт. Good morning, Mr. Harris. Hey there. Привет, снова бумажки на мое имя. Take a look for yourself. Взгляните сами. Thanks. Спасибо. Ой, с каждым днем все хуже. А, мне все так же поебать. Ладно, снова дерьмо в конверте. Можете себе представить, я уже много лет забочусь о Бузере, а теперь тут все хотят перерыть и построить жилой комплекс. Это ужасно, сама здесь выросла. Не хотелось бы, чтобы место, где я выросла, превратилось в что? А, так вы местные? Да, мой отец был почтальоном до меня. Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Mr. Weiss, oh, so так это про вас он столько рассказывал. Я не удивлена. Расскажите мне про эти бумажки. Ну, они пишут, что можно подать официальную жалобу, но я не в ладах с бюрократией. Я сейчас с ума сойду, надо пойти яичницу сделать. Ого, полегче. Easy now. Я шучу, но мысль приятная. Ну, я могу помочь, бумажки это мое. За бумажками я обращаюсь ловчее, чем с пилой. Правда? Отлично, я об этом подумаю. Хорошего дня. До свидания, Роберт. Хорошего дня, мистер Харрис. Можно к нему и Роберт? Эй, wait up. Погодите, я подумал. Не хотите изучить документы вместе? Завтра после обеда у Мон, не дай напитки с меня. Еда и напитки ума, как тут устоять? Sure. Who can say no to food and drinks at Moe's? Awesome. Супер, встретимся там. Я принесу все бумаги. Okay. Bye. Окей, пока. Вернитесь в почтовое отделение. Прикольно. Все, закончили, получается. Реально все сделали? Сделали. Поставил Players 8, поэтому ходил оверлевел, плюс куча интересного лута выпало сразу. А, ну да, там же из-за каждого игрока плюс опыта дается. Слушай, а хороший способ реально фармить. Бустануть своих персов, да? Чтобы ачивку получить реально же. Там восьмикратный опыт падает. X8. Восьмикратный опыт и восьмикратный лут. Кайфовая песня.
Чрезвычайно умиротворительная история, прям непривычно. Так и кажется, что на самом деле все эти селяне в секте пытаются как-то заманить свои сети. Да-да-да, здесь на самом деле Кракен трахает акулу-гиганта на утонувшей летающей тарелке. Все правильно, да, здесь именно такое происходит. На самом деле нет, что и удивительно. Здесь все чисто, спокойно, мирно. Бля, подожди, а мне же нужно еще на свидание сходить. В 5 часов дома. Нет, Энджи Истман, создать женщину с помощью компьютера невозможно. Что это за фильм такой? Называется «Ух уж эта наука». Неужели никогда не слышала? Довольно популярный вообще-то, думал, это со своим компьютерным образованием. Ладно, добавлю огромный список, который составляю, умею, весь вечер. Значит, «Ух уж эта наука», «Житие Пайтона». Брайана! Житие Брайана по Монти Пайтон. Да, точно. Знаешь, на компьютерного гения ты тоже не очень-то похожа. Я... Я не приспособлю. И это замечательно. И почему ты покинула ряды компьютерных гениев? Захотелось сменить обстановку. Let's just say I needed a change of scenery. Okay, well, I totally get wanting something different. Anyway, I used to live in Los Angeles. Oh, really? Правда? Providence Oaks, наверное, его полная противоположность. Providence Oaks is pretty different. Фотографии мамы с папой видели? Это точно. Тут гораздо тише и ритм жизни другой. Но почему-то фотографии мамы с папой по отдельности. Расскажи мне о своем плане. So tell me about this plan of yours. Чемодан — это его часть? Part of it? Oh, right. Да, it's точно. Simple. Все просто. Я хочу, чтобы ты развозила по Providence Oaks фильмы. You mean в смысле, бесплатно? Yeah. Именно. Ты знаешь город, начинаешь узнавать людей. Не у всех дома есть видеомагнитофон, но боженька изобрел переносные. Под боженька я имею в виду производителя электроники. Смотри, это видеомагнитофон, и он переносной, его можно давать на прокат. Ого, никогда таких не видела. Вау, never seen one of those before. У меня тут список потенциальных клиентов и фильмов, которые им понравятся. Тебе нужно просто отвести им проигрыватель с выбранным фильмом. И когда они его посмотрят, вернуться и забрать. Не уверена, что мне такое разрешено. Я ведь буду использовать фургон собственность почтовой службы. Ты в курсе, кто твой начальник? Фрэнк. Не то чтобы он строго следует правилам. К тому же мы начнем всего с парочки фильмов. Это для Лори. Her, right? Ты ее знаешь? Девочка-механик заправки, да? The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. Отлично. I have these two Эти два для нее. The love bug and Жук и Кошмар на улице Вязов. This one is about murders Это же про убийство в ванной. Well, not exactly. Не совсем, придется You'll тебе посмотреть. You'll just have to watch it. Псайку с кошмаром на улице Вязов перепутала. Тихо, блин. После Лори следующего по плану Берт Маки. Для него у меня челюсти и грязная дюжина. Почему они здесь не меняют название? Почему там изменены, а здесь настоящие фильмы? Хорошо, я верю. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Славненько. Thanks a bunch, Спасибо, babe. Киса. Now, do you have у тебя еще остался этот потрясающий кофе? Actually, I Хотя, знаешь, really мне пора бежать. Почему такая rush? Спешка? I left the store unattended. Оставил магазин без присмотра. Пора возвращаться. Понимаю. Надеюсь, скоро увидимся. Talk to you soon? Absolutely. Конечно.
Bye, babe. Пока, киса. Она меня деткой называет, а не кисой. Babe. Bye, babe. Дом семейства Вайс. Вечер четверга. Что мы будем делать? Звонить телефон. Сука, это мудак из города. Hello? Hey, алло? Meredith? А, нет, это hey, папа. Dad, how's привет, life? Папа, как дела? Poker, я что-то слышала про покер, рыбалку и Маргариту. Уже пообщалась с мамой, да? Yeah, ну да, я не жалуюсь. А ты? Как тебе моя работа? Мне начинает нравиться. Дорога, свобода, люди. Рад слышать. Фрэнк тот еще фрукт, да? Фрэнк тот еще фрукт, это правда. Он говорит, ты его однажды выручил. И не один раз. Что ты скажешь? Он слишком любит бейсбол. Постоянно делает ставки, так, по мелочи. О, а что ты скажешь про Берта Макки? Берт, Берт не слишком разговорчивый, но сердце у него золотое. Держись его. Кстати, о разговорах. Мама говорит, чтобы я заканчивал. Мы идем в кино. Okay, Dad, don't ладно, keep пап, не заставляй ее ждать. What movie? Че за фильм? Останься со мной, про 50-е, про 4 ребят из Орегона. Right up my alley. Я такое люблю. Sounds good. Звучит say отлично. Hi to mom for me. Передавай маме привет. We'll обязательно. Bye, пока, Мередит. Классно. Что мы будем делать? Остаться дома, посмотреть телевизор, поработать над материалами для Эдит. Давайте поработаем над материалами для Эдит. Alright, here we go. Посмотрим. Это ж не мы делаем, это она, компьютерный персонаж. Если бы это был я, хуй бы что делал. Я бы такой, алло, а он такой, эй, это Стэн. Все, трубка повешена. Вернитесь в почтовое отделение. Подожди, какой нахер вернуться? Отвести проигрывать силу Лория? Какой нахер вернуться... Не вернуться, алё. В смысле вернись, если... Это, короче, косяк какой-то, да? Ладно, мы сохраним, выйдем из игры. И продолжить нажмем. И вот вечера уже проходит не в отдыхе, да? Книжку почитал, фильм посмотрел, всё, работать сел. Слепательная штука, да? Пятница, 5 сентября, утро. Ну чё, дождь и никакой надписи. Да, я вернулся. Так, мы с вами за сегодня прошли еще 2 дня, получается. Правильно? Нужно кое-что проверить. Ну-ка. Ага. Это левая верхняя. Кнопочки забыл горячие. Все ровно. Так, ладно, тем, кто запись смотрел, тем пока. Дальше круче. Походу, это прохождение все-таки. Угу.